Приветствую, друзья! Сегодня мы укомплектуем вот эту вот каменную доску шашками, не шахматами, а шашками. И хорошо, что у нас труборез всегда с собой. Обычные полипропиленовые трубы, белая и серая труба, Россия, Чехия, будет международный шашечный матч. У нас ну и чтобы не терять время, мы сейчас ускоримся. Если нужно, например, дамку сделать, мы ее заранее делаем раза в два, в три выше, чем обычные шашки. И это у нас будет дамка. Ну, если соперник, конечно, или мы доберемся до дамочных полей. Ну и последний штрих. И обратите внимание, мы сейчас в павильоне ВДНХ, и здесь вот эти вот каменные столы, и сделали здесь шахматные доски, но и сделали неправильно, расположили. Опытные игроки уже, наверное, когда смотрели, как я режу эти шашки, увидели, что доски расположены неправильно. Черная клетка должна располагаться вот здесь слева, а здесь белая. То есть вот здесь черная диагональ должна быть вот такая. А здесь получается все наоборот. Тут игрок должен садиться наоборот. Не вот так, а он должен садиться вот с этой стороны. А второй игрок должен располагаться вот здесь, если мы хотим играть не на белых, а на черных клетках. Ну то есть те, кто делал эти шахматные доски, он вообще не понимал, как играют в шашки, в шахматы, как играют вообще на шахматной доске. И он сделал вот так, чтобы игроки садились вот отсюда и вот здесь вот. Но понятно, что здесь никак так сделать нельзя. Здесь вот тоже неправильная доска расположена. Вот так нельзя играть здесь. Ну или играть здесь тогда на белых клетках, что будет очень непривычно даже мастерам, гроссмейстерам. Ну как непривычно? Непривычно, но тем не менее можно привыкнуть за полчасика, но в любом случае это ошибка вот этих мастеров, которые делали эти шахматные столы. Ну а пусть вот это будут дамками, если что. Покажи, как здесь красиво вообще. Тут павильон. Погода, конечно, шикарная сейчас стоит в Москве. Тут везде так сделали. Очень жалко, потому что столы, вот смотрите, какие. Прям вот шикарные. И так вот шахматные доски испортить очень обидно, потому что вот за этими досками летом, да и весной, вот сейчас весна, конец сентября, а ну, погода потрясающая. И за вот такими досками реально играть вот одно удовольствие. Кто играет в шахматы, в шашки, не понимает, что приятно на свежем воздухе поиграть, поставить шахматные часы и устроить настоящий батл. Ну, кстати, здесь, видите,
здесь самые разные столы есть. Ну, не знаю, тут ошибки сделали в этих столах или нет, а в шахматных абсолютно на всех сделали. Ну, просто испортили доски, испортили шикарную идею. А столы вот такие. Столы шикарные, скамейки шикарные. Люди, кстати, здесь вот ходят, отдыхают, играют в настолки. Но шахматисты сюда заходят, получается, по понятным причинам уже гораздо реже. Ну что, играем с 3d4, dc5, bc3, ed6, cb4, b5. Бьем. Вот сюда. Сюда бьем. Черные бьют сюда. АБ2, HG5. И тут белые могут ошибиться, пойти вот так. Черные сразу отдают три шашки. Но забирают тоже три. И сразу оказывается в дамках. В этот раз белые начинали, но не выигрывали. Ну все, друзья, спасибо за внимание. До новых встреч.